Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал «Калибр». С вами снова я, Гейдар Мирза. И сегодня у меня для вас очень интересный гость, собеседник, с которым мы долгое время вместе работали. Но это не является основной причиной, по которой я пригласил сегодня дорогого Рауфбе Гарагёзова, который является нашим гостем для беседы на канале «Калибр». Хош келдиңиз, Рауфбе. Чок сау. Как я уже сказал, мы с Рауфбе достаточно долго работали в Центре стратегических исследований, и в данный момент Рауф Гарагёзов является профессором Азербайджанской дипломатической академии. Рауфбе, в своем исследовании, которое плюс-минус там ориентировочно десятилетней давности, которое было посвящено социологическим, психологическим, особенно вот, что связано с коллективной психологией, аспектом армяно-азербайджанского противостояния, вы очень много места уделили таким понятиям, как нарратив, миф. Эти вещи, которые они из пограничной области социологии и психологии, можно сказать. И чтобы нашим зрителям не было уж чересчур сложно, давайте для начала определимся вот с такими терминами, что такое нарратив, что такое миф и, наверное, что такое коллективная память, потому что этот термин тоже очень часто сегодня в нашей беседе будет проходить. Спасибо, Гейдарбей, за приглашение. Интересный вопрос. Я этим вопросом занимаюсь действительно уже достаточно долгое время. И действительно, понятие нарратив, миф и коллективная память, я бы еще добавил потом, дальше, если получится, и понятие коллективной травмы. Это те категории, которыми я занимался последние лет 20. Они напрямую связаны были с конфликтом, Нагорно-Карабахским конфликтом, армяно-азербайджанским, и сейчас тоже напрямую связаны с вопросами нашего мирного сосуществования с нашими соседями. Начнем с определений. Да, это совершенно верно, что, наверное, самая ключевая категория будет нарратив, потому что на ней будут основываться все другие понятия, понятия коллективной памяти и понятия коллективной травмы. И миф тоже является разновидностью нарратива. Это вообще-то сложные категории, конечно, нарратив и так далее. Я сейчас не буду вдаваться в детали, потому что они совершенно нет необходимости. Для нашей беседы достаточно сказать, что нарратив — это какое-то повествование о реальных или вымышленных событиях, имевших место в далеком прошлом или в настоящем. Вот это просто рассказ или повествование, если хотите, да, о каких-то либо воображаемых, либо реальных событиях. То есть очень важно, либо воображаемых, либо реальных. Да, вымышленных или же имевших место в реальности событий, да. Это все можно охарактеризовать как нарратив. А почему нарратив такая фундаментальная категория? Потому что мозг так устроен, что у него есть такая способность, это именно присуще Homo sapiens, то есть нам. Скажем, шимпанзе, наиболее близкие к нам приматы, они не способны создавать, рассказывать. И это имело вообще фундаментальное эволюционное значение, почему, собственно говоря, человеческий род оказался таким, превзошел все остальные виды, именно благодаря способности рассказывать. А что происходит, когда человек рассказывает? Когда ты рассказываешь, ты, значит, вовлекаешь других людей в общение, ты можешь привлечь их на свою сторону, значит, ты можешь создать группу. Для выживания важно, чтобы индивидуумы совместно осуществляли какие-то функции. Скажем, даже самые развитые шимпанзе, они не в состоянии планировать на том уровне действий и организовываться, как делает этот человек, тоже принадлежащий к миру животных. Но благодаря вот этой удивительной способности рассказывать истории, ты можешь влиять на другого человека, ты можешь влиять на его эмоции, ты можешь вызывать у него гнев или радость, успокаивать. То есть поэтому это нарратив фундаментальная такая категория. Почему мозг так устроен, что он может позволять человеку рассказать историю? Потому что происходят какие-то события во времени, и ты начинаешь улавливать какие-то связи между этими событиями. Да? И для того, чтобы показать эту связь, ты должен что-то рассказать. Миф — это тоже форма нарратива. Миф, когда мы говорим, мы вспоминаем про сказки. Да? Например, легенды, мифы Древней Греции. Да, мифы, легенды. А что отличает нарратив от мифа? Миф — это тоже нарратив, но это как бы уже мы четко знаем, что это нарратив о вымышленных событиях. Или же нарратив, который, может быть, об имевших место событий, но который преподносится в такой фантастической форме. Значит, коллективная память — тоже важная категория, наверное, о которой мы будем говорить, и которая важна для понимания вот всех этих процессов, происходящих в нашем регионе. Значит, есть индивидуальная память, то есть память индивида о каких-то событиях, имевших место в его жизни, или же о которых он слышал от своих родителей. Но то, что это ограничено его внутренним индивидуальным, так сказать, его ментальностью. Но если этот человек делится со своей историей, с какими-то людьми в группе, или рассказывает о них в каком-то через посредством художественного текста, или же документального текста, или же вот наподобие того, что он делает какие-то передачи,
То есть уже группа, уже множество людей может, так сказать, иметь представление об этих событиях, и они неизбежно могут откладываться в их памяти тоже. Таким образом, вот учебники истории – важный фактор формирования коллективной памяти. То есть вот так может формироваться коллективная память, допустим, да? Не память индивида, а память коллектива. Правда, по ходу вопрос такой, а вот все это, видимо, является частью механизма формирования идентичности, в том числе, по всей видимости? Да, это важный элемент формирования национальной идентичности, конечно. Потому что учебники истории, например, фактически они являются краеугольным камнем формирования национальной идентичности. Эти истории, тексты, рассказы, повествования играют ключевую роль в формировании таких образований, как идентичность, как память коллективная, могут влиять на конфликты, могут вызывать конфликты, а могут, наоборот, разрешать конфликты. Вот очень такая фундаментальная категория, да. Давайте вот прям по ходу перейдем уже, если я смотрю вот по ходу мысли вашей, вот мы подходим к таким вещам, как идентичность, мобилизация, самоорганизация общности и так далее. Интересно, если в конце 80-х армянское общество смогло столь серьезно, колоссальным образом мобилизоваться, когда шел процесс вот этого парада суверенитетов, параллельно с парадом национализмов, и у армян это вылилось вот в эту очень агрессивную миацум, вот в эту идеологию. Интересный вопрос, почему им удалось мобилизоваться столь серьезно в конце 80-х годов, а в 2020 году не удалось? Начну с того, что вообще нарративы сыграли злую шутку в нашем регионе, скажем так. Некритическое следование ряду исторических нарративов, оно сыграло злую шутку с армянами и вызвало большие трагедии среди всех этнических групп, населяющих этот регион. Почему мы наблюдали такой всплеск этнополитической мобилизации у армян при зарождении Карабахского конфликта? Это вопрос, на который долгое время и почти все время пытаются отвечать многие эксперты и советская, так сказать, политическая лидершип, да, они тоже пытались это разрешить вопрос. Но фактически из того, что я много читал, много было непонимания, как это произошло. Действительно, если так посмотреть на факты, если я не ошибаюсь, это было 13 февраля 1988 года на площади Ленина, да, тогда называлась, на Степанакерте, несколько десятков человек собрались и стали выкрикивать «миацум», то есть «воссоединение», да, с переводе с армянского. Они, значит, где-то час-полтора так покричали, их окружила милиция, тоже из армян, взяли в кольцо, но никто ничего не делал, они просто вот поставили, покричали, плакаты показали и разошлись. Это было, значит, 13, если я не ошибаюсь, февраля 1988 года. Через неделю в Ереване возникает демонстрация, человек 30 тысяч, может быть. Это данные, которые я брал из официальных источников, да? Советских. Проверенных, да. И 30 тысяч человек собрались, значит, в Ереване, но они тогда, значит, это все шло под лозунгом экологической безопасности. Вот очень интересно, Рауф Бай, вот мы сейчас говорим о лозунгах. Ну, лозунги в сторону. А вообще, вот когда в 80-х годах, когда шла вот эта супермобилизация, да, армян, вокруг каких нарративов и мифов, давайте сначала этот тоже момент проясним, вокруг чего они объединялись, чтобы понять, почему не произошло в 20-х годах? Это тоже совершенно верно. И, значит, в принципе, это очень любопытно, потому что за год до этого, где-то до 88-го года, началась как бы нарративная подготовка. Даже в самом Нагорном Карабахе, значит, стали проводиться коллективные собрания и подписываться петиции в Москву. Трудовые коллективы. Трудовые коллективы, то есть, значит, эти группы были вот этих, мы называем этнические интерпренеры, вот эти активисты. Они, значит, шли к руководству, требовали, в общем, писать письма в Москву, телеграммы, что 20-е годы была совершенно несправедливость, и Сталин, значит, вот нанес, вот Сталин, конкретно, они, значит, вот обманули армян и взяли, отдали Нагорный Карабах Азербайджану. Значит, они проводили собрания, люди выступали, подписывали письма, кто не подписывал, того заставляли. Колхозник, откуда он знает? Ну, понятно. Да, сказали, где дорогой был человек. Но это шла нарративная подготовка в плане того, что обида, прежние обиды вспоминались. То есть тоже коллективная память же. То есть, вы знаете, мы когда-то были вот таким, мы взяли, нас обманули, отдали. А сейчас перестройка, мы должны как бы истину восстановить. И вот это шел первый нарратив – обиды, обиженности. Там вообще фактически, если наблюдать за сменой нарративов, то можно видеть интересную динамику. Да? Первый был нарратив обиженности, потом был нарратив как бы экономической отсталости, что вот центральная власть, ну, в Баку, значит, подавляет экономическое развитие региона, ну, Нагорного Карабаха, люди не находят работы, молодые уезжают.
Вот. У нас очень плохая экономическая ситуация. Вот. Ну, может, молодые сейчас не помнят, но это все проходило перед нашими глазами, все эти обсуждения в Москве, экономических ситуаций, там был такой Агамбикян, экономист, советник Горбачева. Когда оказалось, что, ну, есть же статистический комитет, да, и подняли цифры, посмотрели, что, ну, товарищи, ну, по экономическим показателям Нагорный Карабах совсем даже неплох, а даже лучше, даже, чем, собственно, в Армении. Да, и сравнили даже с другими регионами Азербайджана. Да, то есть, ну, вы можете, конечно, жаловаться, но другие еще хуже, чем у вас. Тогда пошел третий нарратив в ход культурного, значит, угнетения. Ассимиляция и прочее, там вот попытки... Ассимиляция, мы не можем смотреть армянское телевидение, мы не можем смотреть армянский футбол, что мы не можем смотреть футбол там из Еревана. Хотя тоже удивительно, потому что в самом Степанакерте был, значит, педагогический институт, да, и преподавание велось на армянском языке. Угу. То есть это вообще маленькая такая автономная область, и там высшая школа, педвуз, и еще преподавание на армянском. То есть о каком... Скорее, там можно было говорить о угнетении азербайджанского меньшинства, которые получали меньшую зарплату, кстати говоря, и они притеснялись. Они гораздо хуже жили, чем сами армяне. Армянские колхозы жили гораздо лучше, чем азербайджанские. Ну, в общем, это к тому, что как важен нарратив, да, как он может влиять на умонастроение. И вот, значит, 300 тысяч, через два дня в Ереване было уже в два раза больше тысяч населения собралось. В течение 10 дней собралось, значит, 500 000 населения. Ну, вот это практически, Ереване. Да. Это вся Армения, фактически, да. Она собралась на площади. Детей, стариков исключите. Ну да, это произошло в течение меньше, чем две недели. То есть за менее, чем две недели произошла вот такого масштаба этнополитическая мобилизация. Началось с нескольких десятков человек в далеком Степанакерте, о котором многие армяне тогда еще и не знали, в самой Армении. А закончилось это почти 1 000 000, значит, 700 тысяч, 1 000 000, по разным оценкам, населения, вышедшим на улицы Еревана с требованием Миацума. Вот уже Миацум тогда, да? Да, уже пошел Миацум. Это уже, видимо, часть другого мифа о Великой Армении. Скорее сыграла роль вот эта коллективная память армянская о геноциде, армянском геноциде 15-го года. Когда, в какой момент армяно-азербайджанского противостояния нарративы, связанные с геноцидом, вышли на первый план? Видимо, когда насилие началось уже, да? Нет. Я думаю, что армяне в Нагорном Карабахе, они, значит, меньшинство, которое живет в этом Нагорном, оно окружено, значит, турецким, значит, населением, и которое в любой момент может подвергнуться еще раз геноциду, который уже был в 15-м году. Это было еще даже до, скорее всего, это было еще до событий, вот, связанных с погромами, да, вызванными. Неспроста в начале своего исследования вы отмечаете, что это все имеет отношение к теории управления страхом, в том числе. Вот страх того, да, что это повторится страх, еще, да, раз. Да, да, вот этот нарратив, он активировал вот эту коллективную память, а память может влиять на эмоции, да, как я уже говорил. Значит, нарратив, вот этот нарратив о том, что убивали, резали турки их армян, фактически всех уничтожили. Это коллективная память, которая вызывала, естественно, и тут же идет нарратив, что вот бедные армяне там на Горном Карабахе, они находятся в окружении, которые готовы любых уничтожить. Естественно, это вызывает... Есть еще такая вещь, это из биологии тоже, да, есть такая вещь, как коалиционная, вот одно из современных направлений, коалиционная психология называется. Коллективная, а коалиционная. Коалиционная, да. Человеческий мозг, он устроен на установление альянсов, союзов с другими. Как я уже говорил, что вот группа выживает, и это как бы, наверное, результат биологических эволюционных процессов. Вот есть когнитивные способности быстро смотреть и устанавливать связи, союзы. Этническая принадлежность — это тоже форма, разновидность вот этого коалиционной психологии. Иначе, и когда возникает, то есть то там даже не идет вопрос о разуме, там идет вопрос о подсознательных, неосознаваемых механизмах. Они, да, они уже как, то есть когда идет информация, что представитель твоей этнической группы, ну, я имею в виду там, в биологическом смысле, как бы особь, которая принадлежит твоей группе, она находится под угрозой, то там уже о разуме речи нет, там сразу идут эмоции, сразу идет неосознаваемый процесс, и все. И поэтому, вот это, поэтому можно одним из объяснений вот того, что вот эти 700 тысяч вышли, потому что вот этот нарратив вызвал вот такой сильный всплеск вот этих эмоций, и вот этот когнитивный ответ, вот чем можно объяснить вот эту мобилизацию. Это было очень мощный. И все же, Нуров,
Я заново задаю свой вопрос. Вот. Мифы в конце 80-х и сейчас те же самые. Нарративы те же самые. Армянский народ тот же самый. Это дети и внуки тех, кто воевали в начале 90-х, которые начинали в конце 80-х это движение. При этом степень, интенсивность, и все это сжато было в 44 дня, то есть не на 4 года было растянуто, как раньше, как в Первую войну. То есть та катастрофа, которая с ними произошла, как они не смогли собрать, предположим, те же самые 700 тысяч на улице Еревана, а потом пойти на фронт? Тут есть, конечно, несколько факторов. Мы говорили о нарративах, но нарративы могут быть разными. Также могут быть разными политическая ситуация. Скажем, почему эта политическая мобилизация армян произошла в 88 году, да? А не, скажем, 10 лет ранее, в 78 году. То есть эти нарративы всегда существовали. Угу. Они как бы, они содержатся, может быть, в имплицитной как бы, форме, в латентной форме, да, в исторических учебниках, в исторических разного рода повествованиях, в рассказах, которые делятся, да, люди друг с другом. Но то, что они всплыли именно в 88 году, были потому, что возникли ряд политических изменений. Ну, в частности, вот эта гласность, перестройка глобально. И так далее. Да, да, она дала возможность, значит, и вот это армянское лобби в Москве, то есть, и другие факторы, которых, может быть... Видимо, в целом также национализм рос, возвращение к корням и прочее. Вот эти да, он на самом деле всегда был у армян, но он просто как бы затухший вулкан. Да? Вот, а сейчас он начал, изменилась значит, атмосфера, и он начал вспыхнул. Так вот сейчас политическая обстановка, ведь война-то шла на самом да. деле. Да, я сейчас скажу. Значит, я к тому и подвожу, что почему мы не наблюдаем этого сейчас? Ну, во-первых, одно... Один фактор то, что элементарно, что для маленькой нации потерять как минимум 5000, да, официальные это данные, я так посмотрел, 5000 людей, это большая цифра. И не говоря уже о раненых, там, инвалидах, коллегах, это очень большая цифра для маленькой нации, состоящей из двух, там, сколько-то миллионов людей. Чисто даже вот в таком плане. Но тут есть еще важный момент, это, то есть, это как бы физически, да, физически просто люди не способны. Как бы воевать, потому что у них нет ресурсов. Но тут, мне кажется, еще более фундаментальный вопрос связан с нарративами. Сейчас фактически у них происходит... Понимаете, есть разные жанры, да, нарративные. Ну, как интересно. Да, есть жанры нарративные, и есть исследования, которые показывают, что разные виды жанров по-разному влияют на динамику конфликта. Угу. Вот, скажем, мелодрама, мы более-менее все... Представляем, ну, что такое мелодрама? Ну, яркий пример индийского фильма — это классический мелодрама, хотя многие американские фильмы тоже мелодрамы. Да, вот мелодраматический жанр, он ведет к эскалации конфликта, он присущ стадии эскалации конфликта. Есть жанр, скажем, романса, романтический жанр. Этот жанр скорее присущ вот стадии этнополитической мобилизации, вот, или какие-то группы объединяются, добровольцы идут на фронт, как бы вот этот романтизм присутствует здесь. Угу. Но романтизм, он не всегда ведет к войне, он может просто вести к этому политическому мобилизации, потому что идеи национализма и романтики, они как бы связаны, да. В принципе, национализм тоже был в эпоху романтизма возник, когда ты строишь какие-то идеальные типы представителей своего народа и так далее. А, есть апокалиптический жанр. Это вообще жанр, который присущ кульминации войны, когда нация гибнет, вот, например, мы наблюдали, когда шла, да, 44-дневная война там, с армянской стороны. Во французской печати часто были вот такие апокалиптические нарративы шли, что а, типа христианский народ, христианство уничтожается. Геноцид происходит. Геноцид, все. Это апокалиптический жанр. Он вообще это 100% связан с войной. А, есть жанр трагедии. Жанр трагедии, он такой, что он не способствует войне. Ты испытываешь чувство страдания, ты можешь испытывать чувство сострадания. Ты можешь испытывать ощущение того, что ты все силы потратил и крах. Вот то, что, собственно говоря, мы наблюдаем в Армении. То есть они, это был же нарратив какой, что мы победители, да? Ну, во всяком случае, они, ну, да, люди верили в это, да? Что мы столько лет, мы потратили столько сил. Мы же построили там, не знаю, оборону, мы сделали столько сил. Мы добились таких успехов. То есть 30 лет они тратили огромные ресурсы для маленькой страны. Они влезли во всякие долги, там, я не знаю, в общем, я не экономист, конечно. Во всякие эти многие обязательства взяли на себя политические какие-то, которые сейчас на поверку оказываются. Терпели, тоже... страдали. Терпели, страдали, мучились, да, конечно, блокада, как они говорят, не знаю, перестрелки постоянные. Казалось бы, столько сил потрачено, и тут крах. Это как бы характеризует трагический жанр.
А вот когда жанр трагедии, нет, он не ведет к войне. Вот сейчас, кстати говоря, поэтому они не собирают, не хотят войны. Даже фактически вот эта партия войны, которая в Армении, значит, представлена вот этими одиозными фигурами Качаряна, там, Саркисяна, да, вот этих бывших, там, не знаю, президентов, даже они, вот, несмотря на то, что они педалируют вот эту тему security, да, безопасности, да, как они тогда это делают, не собирается там. Особо. Они понимают, что это нереализуемо, по крайней мере. Да, и этот жанр уже не игра, он отжил себя. Но этот жанр трагедии, он может быть переосмыслен таким образом, чтобы иметь конструктивную миротворческую форму? Замечательный вопрос, и как раз абсолютно в точку. Да, он открывает такую перспективу, но это не значит, что она обязательно сработает. То есть если этот человек, который страдает и переживает, он зациклится на своем страдании и переживании, этот нарратив, он это как травма, которая, как гной, да, который, вернее, образовался, и он остался. Плюс были политические факторы, да, которые он инструментализирован, да, был соответствующим образом. Но сейчас мы можем, имея новую политическую ситуацию, инструментализировать это для как раз мирного населения. А вы наблюдаете, вы же вот помимо непосредственно исследования в области социологии, коллективной психологии и так далее. Вы же, видимо, ну, во-первых, у вас связи есть с армянским, ну, как минимум, вы с экспертами там видитесь периодически, наверное, читаете армянскую прессу там и так далее. То есть вы видите какие-либо предпосылки для того, чтобы эта трагедия, может быть, переосмыслена? У них этот процесс переосмысления еще не произошел. Единственное, что я могу сказать, что вот то, что мы наблюдаем объективно, да, в коллективном поведении, что нет этого всплеска мобилизационного, значит, это говорит о том, что они находятся под действием этой травмы. Именно население в самой Армении. Люди, которые не живут в Армении, а которые живут в Америке или во Франции, да, и которые когда-то, может быть, их родители бежали из Турции, они совершенно другой вносят момент, и они не дают этой трагедии, которую переживают сами армяне, да, полностью осознать это. Да. Они пытаются их свести опять к этой мелодраматической жанру, что вот есть враги. В мелодраме как? В мелодраме есть враг, причем не объясняется, он просто враг и все, да. Он хочет тебя убить. И он тебя мутузит, но в конце концов ты побеждаешь, потому что это мелодрама. И там только эмоции. Мелодрама, собственно говоря, возникла как театральное действие, влияющее на эмоции, скажем так, низкого класса, да? Чтобы вот просто вызывать эмоции. Эмоции. Зарядка для сердца. А фактически это эмоции, это как еще Марсель Пруст говорил, эстетика садизма, да, это. Вот эти наивные эксперты, они воспринимали армянскую версию, армянский нарратив за чистую монету. Политический контекст, политические, да, условия, то есть политические элиты, скажем так, в Азербайджане и в Армении, наверное, они должны дать социальный заказ на создание вот новых нарративов. Мы должны задействовать, в основном попытаться задействовать международное экспертное общество, миротворческие эти самые все. Мы должны, можем даже взять инициативу в свои руки. Да, потому, я что, принципе, об этом говорю. Да, потому что мы страна-победитель, да, сильная страна. Но сильная сторона тоже имеет какие-то обязательства и обязанности, да, которые на нее окладывает сам факт победы. Да.